Всем привет! Сейчас я Фоксян. Серия поиграю. The Lost Only Sexualized. Я так понял, эту игру когда-то уже играл, мне просто один человек скинул большой архив этих всяких фния, которых надо будет серии потихонечку играть, так не торопясь, пытаясь пройти, потому что раньше я играл их, думаю, блин, ладно, посмотрел, интересно, все, забыл. Все, короче, поехали. Ай, ты что так больно стреляешь, падла? Ой, господи, боже мой. Ага. Ага, хорошо. Ага, вот она, я тебя помню. Это я тоже помню, я не понял прикола, конечно, но я помню. Ты вроде у меня сверху, да, появлялась? Да падла, что опять не двигается? Что-то в этих играх я заметил, у меня очень плохо двигается здесь вот камера. Сейчас вот нормально, пока не крикнул, как говорится. Все, а так, это стоит, отдыхает. Где тут вторая белая была? Я помню, она меня тоже бесила. Ой, извиняюсь, пролистал. Опять ты, падла, рожу ту свою корчишь. Уйди отсюда, пока не поздно. Говорил так, как будто деловой слишком. Ты сначала на вторую, потом на первую переходишь. А потом ко мне вот сюда, да? Ну хорошо, я тебя понял. Здесь-то можно одной рукой играть, да? И, ну блин. Потому что одну кнопку пробел все время нажимать. Можно было бы... А, какой, блин, одной рукой тут? Я забыл, ладно, не понял. Ой, ты падла, ты что сверкаешь так? А может тебе лампу включить, нет? Или тебе рано еще? Блин, теперь еще следите за тобой здесь, да? Паскудина, пришла, падла. А это достаточно? Или это еще рано? Уходи. Лампа светит, уходи. Блин, я... А, я не могу планшет нажать. Уходи, ярко. Вообще, брысь отсюда. Брысь отсюда, тебе говорят, еще. Уходи. Она не хочет уходить. Ты что, офигел, что ли? Еще теперь все время тебя так смотреть, да, сверху так, опа, поглядывать. Придет она, не придет. Так, это вторая, да, стадия площадь. Какая придет третья? Ага. Прям рожи в экран, это уже третья, хорошо, я тебя понял. Отлично, ты свалила. А, она уже около двери. А с тобой вроде наоборот, да, вырубать надо камеру. Ой, камеру, блин, лампу. Блин, сижу тут с карандашиком, тетрадкой. Или, точнее, листочком. Рисую, да, наверное, вот, это мои пейзажи. Да падла, сейчас опять придет сюда. Не хочу, уходи. Ты белая тоже, давай побыстрее. Ты что, поговори за мной хочешь, а? Ты понимаешь, куда ты лезешь? Я тут рисую карандашом на пустом листе, просто понимаешь, это сильно, это мощно. Посмотреть захотела, уходи, это мое искусство. Где это? Падла, ты где лазишь? Я тебя жду сколько лет. Не, было бы хорошо, чтобы, конечно, ко мне вообще бы не приходило, но... Блин, надо же как-то хотя бы разнообразить геймплей, ты понимаешь, да? Ух ты, уходи. Убрысь. Чего орешь? Такая. Я как понял, это вообще даже кто белый, ну блин. По факту же красный это демон, а не ангел, да? То есть демоном и светом прогоняем, ангела темнотой. Ну блин, логично, хорошо, ладно. Прогонять демона темнотой было бы вообще смешно. Слышь, свали. А, я могу здесь зажигать включать свет. А, соси. Проваливай. Проваливай, это мой комната. Вообще полностью проваливай отсюда. Стоит такая там, высматривает что-то. Будет очень неприятно, если сейчас зайдет вот это красное ко мне. О! Что это у тебя тут? Злость, да? А у меня тоже злость. Как бы нехер было ко мне приходить сюда. Что-то хочет остановить тебя, когда рядом Mice be scared of bailout nice. Блин, как называется Mice? Mice это же вроде мышь. Вот это что ли мышь? Может типа ко мне мышь сегодня придет? Крыса опять это. Вот это, да, наверное? Да ты падла, что-то громко, аж флеш... Блин, что, в КС играю? Почему мне флешки летят в лицо? О, брысь отсюда, ва. Не смотри мне сюда, понятно? Крыса в доме! Да ты не похожа на крысу, а ты кто? Вроде никого нет. Опять ты здесь лазишь. Уходи. Так кто так... Ух ты, извиняюсь, простите, света нет, вышли, вырубили, гроза. Где эта недокрыса, которыми тут... А, вот ты где, думаю, показалось, офигеть. Ой, ты подло, я не успел. Я не успел. Застрелила меня эта крыса поганая, офигеть. Так, а если ее здесь все прогнать? Пошла вон. Ай, блин, напугал ее, она ушла в другую комнату, классно. Не хочу, чтобы мне эта крыса опять по лбу дала. Уходи, спасибо. Не хочу, чтобы она резко, я просто, ну блин, я не такой крутой остер или... позер, блин, да? Ой, извиняюсь. Уходи. Падла, она рядом.
А, крыса сбежала. Короче, смотришь на эту камеру, если она сбегает резко, значит она заходит в офис. Блин, хватит тут мне своими приколами светить. Еще проще оставить камеру вот тут, она сразу сюда приходит. И следить за ней, когда она уходит или приходит. Уходи, уходи, темно у меня, уходи. То уходи, ты еще тебе надо. Падла, крыса вон там, я увидел. Я не знаю, почему я ее крысой называю, просто потому что, ну, крыса. Она втихаря приходит сюда и начинает мне что-то показывать. Обязательно смотреть мне на чердак или можно не смотреть на чердак? Пошла вон. Ага, да они еще все далеко, да? Далеко еще. Сколько время? Почему у меня каждый день дождь? Я вам что, где я живу там вообще? В тропиках, что ли? В тропических лицах? Вот, отлично. А, крысы нету. Крыса лох. Я не знаю, честно, может быть это не крыса. А может крыса, а может не крыса, не знаю. Для меня это крыса теперь. Короче, залетает сразу же аларм. Сигнализейшн врубаем, и она наливает. Заходи. Спасибо. Блин, я чуть кнопки не перепутал. Я вот думаю, где она находится? Сколько время? Покажи мне, пожалуйста. Может уже все, как бы, ну, блин, уже до хера на самом-то деле мы сидим. О, солнце скоро, ну, зайдет. Восстанет. Райс восстать. Давай, ты должен при последнем прийти сюда и больше не приходить, никто. Дверь открыта, заходи. Блин, вот. Все, я тебя не вижу. Она такая, привет. Я такой, пока. Все, солнце невысоко. Точнее, солнце уже высоко, давайте, уходите. Крыса! Кто из них впервые зайдет? Вот вы, конечно, паскуды, а. Крыса сразу же после этой кади лезет. Ну блин, молодец. Фак, сейчас не то влю, я вот не то врубил. У меня игра не полноэкранный режим, я нажал вниз, у меня Sony Vegas отключился, где я монтирую, офигеть. 6 часов. Все, проваливай. А, мне, кстати, не видно, мне тут вылезло, типа, нажмите Alt-Z, чтобы открыть overlay NVIDIA. А у меня не видно, вот и хорошо. А то еще вылезло бы у меня вот тут вот. Все, сколько я тут прошел? 2 ночи. 3-я будет. Ну, я ее потом пройду, конечно. Спасибо, что посмотрели эту серию. С вами был я, Фоксян. Сегодня я изи-пызи прохожу эти игры ваши в НИЕ. Надеюсь, потом буду тоже хорошо проходить. Всем спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.